Прошедшие снегопады доставили массу проблем и автолюбителям, и пешеходам, а вот для лыжников снег лишним не бывает. Но чтобы комфортно чувствовать себя на лыжне, ее следует подготовить, как это делают в парке Опаренки. Снегоход, оснащенный специальным прицепом, проходит круг за кругом, чтобы проложить по снежной целине лыжню. В парке Опаренки ее протяженность 3,5 километра. О качестве говорит тот факт, что трасса как нельзя лучше подходит и для спортивных тренировок. Для лыж очень хороший рельеф, и пологий, и подъемы, рабочая трасса, трешка отличная. Подготовленная трасса обязательно должна быть, и вот этот укатыватель очень нам помогает, но он должен быть просто, иначе никак. И трассу режет, и укатывает под конек, и под классику нам делает. Все отлично. Парк Опаренки был благоустроен совсем недавно, в конце 2021 года. Небольшой павильон, который построен у трассы, сейчас используется для проведения лекций, мастер-классов и других мероприятий. Но скоро он начнет работать по своему прямому назначению. В перспективе мы хотим все-таки его запустить по целевому назначению, открыть в нем пункт проката спортивного инвентаря летний-зимний и, соответственно, кафе для того, чтобы можно было в любое время здесь остановиться, попить кофе, посидеть, передохнуть и переодеться. В скором времени будет запущена процедура торгов, в ходе которых определится арендатор, который будет обеспечивать целевое функционирование здания. Кроме того, рядом с трассой будет оборудована парковка. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.